Кино на ТВ-РУС. Дорогая Алла Викторовна! Всем спасибо, все свободны. Продлился новый контракт. Сегодня у меня день рождения. Ну, мы отпразднуем его, когда я прилечу. Мне сегодня исполнилось 35 лет, и я не хочу в этот день быть одна. Нет, ну это просто бред какой-то. Привет, Алька. Что делаешь? Бью банки. Так, подруга, я вижу, тебе совсем плохо. Ты знаешь, у меня есть замечательный способ для снятия стресса. Давай приезжай на наше любимое место. Шампанского и мужчины на сутки. Мне надо лучшее, что у вас есть в меню. Что-нибудь типа принц. Это будет стоить дорого. Проходите. Я вас буду называть мой принц. А вы знаете, вы не похожи на проститутку. Вас это смущает? Вас зовут Андрей? Да, меня зовут Андрей Стрельцов. Да ты не представляешь, как я была влюблена в тебя тогда. А ты пришел ко мне, подарки 10 тысяч долларов за ночь. Я пришел к вам, потому что вы меня заказали. А мне сразу твоя морда показалась знакомой. Дмитрий Харатьян и Алика Смехова в фильме «Мой принц» в воскресенье на ТВ-РУС.